Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственной Думе снова поднят вопрос о том, чтобы разрешить тратить материнский капитал на покупку отечественного автомобиля. Законопроект отправлен на рассмотрение правительственной комиссии. На этот раз он касается только многодетных семей, а также семей, где воспитывается ребенок-инвалид. О том, обозначена ли в документе предельная стоимость машины, не сообщается. Известно лишь об одном ограничении – это запрет на продажу авто в течение первых 3 лет. Трасса 101. В ближайшее время цены на автомобильные запчасти увеличатся на 20-25%, прогнозируют эксперты. Основная причина – это рост курсов валют. Первыми с этим должны столкнуться владельцы машин японских, корейских и европейских марок. Продавцы комплектующих говорят, что сгладить рост стоимости мог бы поиск новых поставщиков и каналов импорта. Также, по их мнению, есть смысл наладить индустрию восстановления бывших в употреблении запчастей. Трасса 101. С 1 сентября 2024 года российским водителям разрешат оплачивать со скидкой штраф за неоплаченный проезд по платным трассам. Размер взыскания сейчас составляет 1500 рублей для легковых авто и 5000 для грузовых. Льгота будет действовать в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Такая же норма, напомню, в настоящее время распространяется на большинство штрафов за нарушение ПДД. Исключение составляет, к примеру, штраф в 30 тысяч рублей за нетрезвое вождение. Трасса 101. Ряд российских дилеров организовал поставку новых китайских электрических хэтчбеков Jack Aeon Y+, оснащенных мультимедийной системой с функцией караоке. В комплекте идут 2 микрофона. Цены на модель варьируются от 2,5 до 3 миллионов рублей. Машина оборудована одним электрическим мотором мощностью 204 лошадиные силы. Запас хода в зависимости от емкости батареи составляет от 500 до 600 километров. Среди опций есть камера кругового обзора, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, система автоматической парковки. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».